Нажимай, поехали. Пожалуйста, стартуем. Что ты поехали? Художественный фильм спиздили. Кстати, когда я забываю на градусник смотреть. Опа, кость. Сейчас я доску принесу. Мы можем с ним поболтать. Видела в шортах, как это делается. И мне на доску. А если ее положить, она будет работать? Должна. О. Крен сгорел. Ну да, прикол. А, так он же только одиночкам отвечает. Я его спросила, ты злой, и ты тут. И он на что-то ответил да. Да, пизда. Я умер, блядь. Замечательно. Какого хрена, блин? Ну это было жестко. Я хотел просто нассать на нее ночью, когда она спит. Да, это жестко. Давай про Тае почитаем. Так. Ой, Тае подвержены постоянному и стремительному старению даже в загробном мире. Ля-ля-ля, тополя, понятно. Понятно. Я нажала готов. Это потому что средний уровень сложности. Здесь? Да. Как похуй. Но огонька нет, сколько я не смотрела. Я пялюсь жестко. Ультрафиолет! Ультрафиолет! Ура! Ты там семечки жрешь? Там семечки жрешь. Да. Прикол. Я мимик, короче, поставлю. Ну давай мимик, пусть будет мимик. Поехали отсюда. У меня сейчас за окном был салют. Ну это прикол, конечно. Don't stop believing. От забот и мелких ссор я тебя увел, и ключи от счастья для тебя нашел. Для тебя нашел. Любовь похожая на сон. Ну подождем, пока попью кофе. Ее голос слышать этот. Она исчезла. Она вылетела. Просто замечательно. Я второй поставлю. Я голосую за Юрея. Да, давай по-бырому. Бырому просто разъебем его нахуй. Все. Few moments later. Добрый вечер. На второй пошла. Ну иди давай. Как нежно лежит. Ебать поставил. Гаркни. О, блокнот. Бля, меня убили. Финалом твоей охоты были ботинки, блядь. Отлично. Блядь, открой я! Так, ультрафиолет. Блядь. Что делать? Как срать? Значит, расслабили живот, выпрямили спину и какайте. Пум-пум-пум-пум-пум.
С Богом! Все знаю! Минусовая температура — это демон! Это демон! Это демон! Димон! Димон! Это демон! Демон! Демонюга, ёбаный! Это демон. Я так смеялся, я не могу. Гений! Нет, ты такой. Пора-пора-порадуемся на своем. Я не могу его найти. Я не могу. Это ложный вызов требовать. Я нашел, это кухня, потому что тут посуда летает, но МП не реагирует. Бегу на кухню, ведь я же женщина. Ведь она не женщина, она посудомойка. Призрачного огонька нет пока что. А ну уходите за меня, блядь! Так пока не закончилось. Прячься. Отмечай лазерный проектор. Давай поболтаем, приведу не я, вонючие. Говорю. Я в тени, как будто огромный таракан. О, с Богом. Я тебя видел, тварь. Так это уже надо. Опа, ультрафиолет. Ко-ко! Где ку-ку, блядь? Ку-ку? Опа! Сюда, тварь! Радиоприемник, это Фантомас! Сюда, блядь! Блин, я, конечно, твоя фанатка жесткая, Игорь. Как ты умудряешься с нулями рассудка успевать ему находить, что-то наприкалываться, нафигачить и еще и выиграть, и живым остаться? Вот такой я человек. Пипец, я тоже хочу быть такой смелый, как ты, блин. Стоп, я больше не фотограф. Призрачный огонек летает. Минус. Поболтаем. An elderly victim. Опа, радио. Вообще, давай вот засекем его с помощью микрофона. Итак. Дай хоть ты глупый. Ну, короче, поехали. В жопу.